Это, да, мотострелковый полк на Урала. Как они говорили, они относятся к Министерству обороны. Потому что начали заикаться про эти самые, что нас в той части, откуда нас сюда прикомандировали, нас подают в Сочи. Вот. И я говорил замполиту, он говорит, я сейчас позвоню это самое, кому-то там узнаю. Приходит, говорит, вот что он, говорит, смс-ки написал. Идут они нахуй, мы относимся к армии, ну, Министерству обороны. Вот так. У нас, походу, командировка эта должна была быть закончена. Потому что мы должны были лечиться. Мы базировались выше Глушкова в пионерлагере. Было все нормально, пока не привезли корейцев. Нас выгнали в посадки в леса. Сказали, окапывайтесь, ройте себе норы. Теплую одежду и еду все отдают им. Вот. Мы пробовали с ними спорить, и корейцы вроде застрелили двоих наших. Командование на это все забивает большой болт, когда им говоришь об этом. Им легче послать нас на штурмы русских, чем корейцев, потому что те секунды. Будет скандал, если они погибнут. В нашей роте прикомандировали 10 корейцев. И при штурме мы пытались их вразумить, куда стрелять, что надо стрелять туда, а не сюда. Вот. Они начали стрелять по нам. Может, в панике, потому что приняли нас за противника, потому что мы русские, все для них на одно лицо, славяне. В такой ситуации я подумал, лучше сдаться в плен, чем быть убитым своей пулей от союзника. Я не в восторге от таких союзников.